Есть где разгуляться. Ивановский зоопарк стал гораздо больше. В субботу, во Всемирный день защиты животных, торжественно открыта новая площадка. Год назад сюда перевезли пони, ослов, оленей. Посетителей на неблагоустроенную территорию все это время не пускали. Также в дальнейшем планируем на другую часть территории перевести остальных крупных копытных, убрать их с асфальта. То есть территория будет постепенно осваиваться, улучшаться. Обещают, что здесь будет располагаться контактный зоопарк, где питомцев можно погладить и покормить. Ходят слухи, что зверинец скоро переедет с рабочего поселка. В РИО главы города Алексей Хохлов говорит, что решение будет принято в ближайшие месяцы. Сейчас я убедился, что зоопарк расширяется, места достаточно, животные содержатся в хороших условиях. Ну и надо всегда помнить, что переезд – это очень большие финансовые затраты. Будем думать. Окончательного решения нет. Я думаю, что до конца года мы окончательно определимся. И Го-Го-Шоу – еще один сюрприз в этот день для посетителей. Красавцы кони Хром и Халис живут в зоопарке больше 5 лет. Они многое умеют, и теперь на новом песчаном манеже смогут показать все свои таланты. А скоро покататься на конях смогут все желающие. У нас есть 2 лошади, которые в рабочем уже состоянии, и в ближайшем времени мы думаем, что будем в какой-то определенный день недели устраивать именно катание на них детей. Ну и, в принципе, всех желающих. Потому что лошади рабочие, они могут выдержать как ребенка, так и взрослого человека любого. Зимой в зоопарке можно будет покататься на санях, запряженных аляскинскими маламутами. Сейчас собаки активно тренируются. Мария Смирнова, Елена Белова, Алексей Гарин, РТВ Иваново.